студии Владимир Коровин. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Известно ли, какой сейчас мировой рекорд по сборке кубика Рубика? Кто-нибудь знает? По-моему, 4 секунды. 4 секунды, Володь, ты знаешь? Да, 4 секунды 90 сотых. А ты быстрее собираешь? Мой личный рекорд 6 секунд 17 сотых. Аплодисменты. Ну, я не знаю, у меня был кубик Рубика, я не смог его собрать за последние 26 лет. Если кого-то это интересует. Итак, испытание для Владимира. Для начала Владимиру предстоит вслепую собрать кубик. То есть мы сначала раскрутим кубик, потом он его изучит, запомнит, мы завяжем ему глаза, и за 2 минуты он обещает нам собрать кубик вслепую. Жень, можно вас на секунду? Будьте любезны. Володь, а важно какой кубик или любой? Давайте вот этот. Давайте вот этот. Жень, раскрутите, пожалуйста. Крапленный, что ли? А давайте другой. Нет. Жень, да не надо, давайте, да не надо. Я пошутила. А давайте, чтобы Оля, действительно, чтобы Оля не сомневалась. Ну, вот хотя этот, вот этот, вот правда? Этот. Вот давайте. Нормально? Этот. Мне кажется, достаточно. Мне кажется, достаточно. Отдайте его мне, пожалуйста. Спасибо. Жень, вам аплодисменты. Кубик готов. Володь, изучайте пока. Минуту на изучение. Время пошло. Время вышло. Повязку, пожалуйста. Володь, ничего не видишь? Нет. Точно? Точно. Хорошо. Готов? Да. Поехали. У Володи всего 2 минуты на сбор кубика. Прошло 30 секунд. Осталось ровно минута. Все! Да все! Ладно! За минуту 20 секунд! Это я в какой-то момент я подумал... Я подумал, что что-то, какой-то сбой произошел. Володя, это класс. Это невероятно. Первый раз такое вижу вообще. Конечно, Володя достоин всех этих аплодисментов. Это было какое-то невероятное по напряженности зрелище. Минута 20 секунд, которые, ну, невероятно напряженные. Но... это еще не все, потому что у нас есть сложное задание для Володи. Владимиру нужно собрать 2 кубика за 3 минуты. Но, внимание, не только руками, но и ногами.
Володя, готов ли ты? Я готов. Ты будешь в башмаках это делать или без? Нет, без. Снимай ботинки, я буду кубики раскручивать. Согласен? Хорошо. Давай, какой? Да выбирайте сами любой. Хорошо, все, раскручиваю. Александр, вы раскручиваетесь с таким умным видом, как будто вы собираете кубик. Это единственный способ продемонстрировать умный вид. Ну, о чем вы говорите? Этот я раскрутил, этот раскручиваю. Володь, я все сделал. Забирай. Итак, два кубика, руки и ноги Владимира. Готов? Да. Начали! Что делать сейчас Володя, на самом деле, делать всего несколько человек в мире. Правда. Это абсолютно уникальная история. Теперь полная тишина. Осталось чуть больше минуты. Володь, тебе спасибо огромное. Ты произвел на нас впечатление. Это было классно. Аплодисменты тебе. Спасибо.